Добро пожаловать, Сэмпорт Родригес. Малинген, нет. Прости. Прости меня. Я так тебя люблю. Я так тебя люблю. Как я рада снова тебя услышать. Надо было сразу тебе рассказать. Я пыталась ее спасти, но не... Можешь ничего не говорить. Локни, почини его, Кьюпид. Я не смогла спасти нашу дочь, но ты сможешь спасти наш мир. Только ты. Я люблю тебя. Слышишь? И буду любить. Всегда. А теперь сделай мир одним целым. Ладно? Как мы с тобой. Она через такое прошла. Я не представляла. Я думала, она нарочно порвала связь между нами. Забрала нашу дочь и сбежала. Я починила Кьюпид, как она просила. Теперь лимитер должен работать как положено. Но есть один момент. Прежде чем приступить, я пристально изучила программный код. Его явно кто-то подправил. Либо меня уже память начала подводить. Кто-то переписал твой код? Ну, не целиком переписал. Скажем так, это была не моя последняя версия. Но ведь из-за этого мы с Малинген наконец снова встретились. Может, виновных далеко искать не надо? Она умерла под завалом, неся в себе наше дитя. Ее Ка перешла на ту сторону, но Ха осталась, привязанная к нашей дочери. Она, конечно, все это знала,
Вот и не застегнула один браслет, чтобы мы не видели ее показатели. Жаль, что она не могла применить любимое изобретение. Она пошла на это, чтобы защитить меня и нашу дочь. Сестра, я тебя слышу. Мы снова вместе. Едины. Как до этого в утробе, помнишь? Малингин. Локни. Контакт с крайним узлом. А ты, Локни, благодаря твоей работе хиральная сеть никогда не отключится. Вместе мы, возможно, пройдем на запад до конца. Так, Сэм, хочу тебе еще кое-что сообщить. Мы изучили данные за тот период, когда ты встретил тех солдат. У нас был звук, который сам по себе не дает полной картины, но... Языки, названия, термины, которые мы сумели понять, боеприпасы, которые мы опознали. Все указывает на то, что ты был на поле боя, который шел более 100 лет назад. Во время Первой мировой. Это был не сон и не галлюцинация. Возможно, тебя унесло в другое измерение или еще куда. Не со стыковки времени, возможно, ты попал на берег. Точно сказать невозможно. Правда, я никогда не слышал, чтобы берег превращался в поле боя. Но берегам задают форму воли людей, которые их населяют. Возможно, у Хартмана есть лучшее объяснение. Берега — его конек. К сожалению, он все еще за пределами хиральной сети. В общем, отдыхай. Что толку думать над вопросами, на которые пока нет ответов? Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость.